Кроссоверы поставили в 3 дилерских центра. К 85-летию Владимира Высоцкого в Москве, а затем в Питере состоялись премьерные показы документального фильма «Высоцкий». Неизвестные страницы, «Одесская тетрадь», 70-минутная лента, хроника путешествий Барда в мир атмосферы Одессы. Рассказ не только о ТВ. Документ готов к вынесению на голосование в Сенате. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется. Эрик Тен Хаг прокомментировал ничью с «Барселоной» 2-2. Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Ювентусом» и «Нантом» завершился со счетом 1-1. Активами интересуются ПМХ и «Новосталем». 24-летняя наследница ведущего «Поля чудес» – натура очень творческая и всячески одаренная. Варвава Вида, как она сама себя величает, не всегда чувствует себя понятой окружающими. Девушка решила пооткровенничать с поклонниками, чтобы стать для них ближе. Российские агрессоры нанесли ракетный удар по жилому кварталу, что стало причиной гибели 5 человек. Это все новости за последний час. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе последних новостей. До встречи!